Привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – День святителя Миколая Чудотворця, який ми відзначатиме 22 травня, а також 25-річчя утворення Миколаївської єпархії. Саме про це і не тільки про це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем – настоятелем Свято-Нікольської соборної церкви протоієм Михайлом Бойко. Отец Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите. Благослови. Отец Михаил, вы являетесь настоятелем старинной церкви города Николаева, которая названа в честь святителя Николая Чудотворца. И, конечно, кому, как не вам, слово об этом дивном святом. Святой действительно известен всему православному миру, и не только православному миру. Хотя он жил в IV веке, но его святость известна до наших дней, и многие считают его русским святым, хотя его место пребывания и подвига на земле было территория страны Ликинии, позже это была Анатолия, теперь территория Турции, где святой угодник, заботясь о спасении как себя, так и своей пастве, явился добрым пастырем. И который при жизни никогда на этой, на нашей земле, где мы сейчас живем, он не был. Конечно, сюда он не был. Он паломничал только по святым местам. И, естественно, до предела Руси он никогда не был. Но слава о нем сюда дошла с принятием христианства. И одного как величайшего помощника во всех жизненных обстоятельствах почитается святитель Николай. Поэтому на Руси очень много храмов святителя Николая. Ну, наверное, в каждом городе нашей земли большой, по нескольку даже церквей, именно в честь святого Николая Чудотворца. Отец Михаил, а чем объяснить такую любовь нашего народа к святителю Николаю Чудотворцу? Да, это не наш святой, ну, он никогда не жил здесь, но, тем не менее, люди его настолько любят, считают своим покровителем. Он не только покровитель нашего града, города Николаева, но, мне кажется, он покровитель каждой семьи, которая исповедует христианство. Он святой, который помогал при жизни всех, кто к нему обращался. И в этом подвиге, которым, спасая себя и спасал вокруг всех находящихся, который не только молитвенно, а лично всегда заступался за нуждающихся, помогал осиротевшим. И если где-то в его епархии возникали нестроения, мятежи, он сам спешил лично туда, чтобы примирить людей, чтобы мир Божий всегда пребывал между христианами. Отец Михаил, как о святом Николае говорим. Отец Михаил, мы празднуем два Николы. Есть Никола зимний, 19 декабря, и 22 мая Никола летний. Эти дни разнятся по своей значимости, так? Они не только разнятся в календаре, они разнятся по тем историческим событиям, с которыми празднуются в эти дни. И как традиция православной церкви, день предстательства, то есть день смерти, это 19 декабря, в этот день празднуется память святителя Николая, как угодника, который от земли переселился в небесные чертоги своей душою. А вот 22 мая, праздник, который накануне будем праздновать, он связан с более поздней историей перенесения мощей святителя Николая из Берликиски в город Бари, Италия. Когда его мощи были изъяты, когда это уже пал Константинополь, да? И да, конечно, это 1034 год, когда турки напали на Ликинию и завоевав ее, естественно, мощи пребывали в храме, множество греков, которые населяли эту страну, вынуждены были бежать, и в монастыре Сиамском, в том же монастыре, когда сам святитель Николай после паломничества во Святую Землю, не вернувшись в свой город Патары, свой родной город, ушел в монастырь Сиамский, где предавался аскетическим подвигам. Потом же Господь его вновь призвал к пастырской деятельности. И почив, когда он должен Божий, его мощи были похоронены именно в монастыре Сиамском. И там уже на то время пребывали только 4 монаха, монастырь был опустошен, многие города страны Ликинии, а страна была морская, она была богатая страна. Интересна ее история о том, что составлялся сенат из 23 городов, представители каждого города заседали в сенате и не управляли этой страной.
Боже, як поділи своєї незалежності, страдати всього утеряла, і, звісно, мужчин нуждалися в защиті. Якщо говорити про те, що було предпринято кілька попиток, але вже брав в увагу 1087 год, когда барийцы и те же греки, которые вынуждены были бежать из этой страны, предприняли на трех кораблях. Ну, в принципе, это такая авантюрная немножечко это было, затея была, ну, да? Это была опасная затея, в первую очередь, языком. Поскольку они шли на ту территорию, где могли попасть под арест, ввиду того, что они были туда плыли как торговцы. А в всяком случае, у них главной целью было не торговля, а забрать мощи святителя Николая. И вот не без помощи самого угодника Божия им удалось спасти эти мощи. И уже в 1087 году они прибыли в Бари. И было положено первоначально в церкви святого Евстафия мощи. И тут же заложена крипта для захоронения с мощей святителя Николая. Позже, уже в 12 веке, была построена базилика, которая до сих пор известна как собор святителя Николая, там же в городе Бари находящийся. Отец Михаил, мы знаем, что мощи святителя Николая Чудотворца, которые почивают в Италии, в Барграде, они источают целебное мира. И говорят, что когда приезжают паломники с нашей земли, то мира становится больше, чтобы его хватило всем. Это правда? Дело в том, что мира давно уже известно, поскольку Господь давал дар исцеления святителю еще при жизни, тем более после того, как он представился небесной чертоги. Конечно, это дар исцеления, помощи, кто в молитву обращается к святителю, всегда был. Конечно, если люди больше обращаются, и паломники приезжают, сам святой также в новом представительстве у престола Всевышнего о защите всех верующих, кто искренне обращается к нему за помощью. Отец Михаил, 22 мая мы будем отмечать день святителя Николая Чудотворца, Николы Летнего, или перенесение мощей святителя Николая из Мирликийских в Барград. Но, дорогие телезрители, 22 мая, в этот замечательный день, в Николаеве ожидается еще одно очень торжественное событие. Какое, отец Михаил? Ну, также в этот день будет отмечаться 25-летие, как было утверждено, Николаевской епархии. 1992 году. 25 лет. Существует Николаевская епархия, и много построено церквей, много очень на ниве духовной работы проводится, ну и не только на ниве духовной. Ну, 25 лет, конечно, это еще молодая епархия, поскольку епархии бывает, когда в Волыне более 1000 лет. Ну, для нас, жителей Николаева, это наша уже история. Это история о нас, которые, молодое поколение, выросло в эти годы, годы 90-х, и они являются прихожанами наших храмов, прихожанами этой епархии, которые под руководством архипастыря и духовенства возрастали во Христе, принимали таинство церкви и исповедовали Господа своим спасителем. Но если учесть, что в Николаеве никогда не было епархиального управления и до революции, и после революции, даже до революции, несмотря на большое количество православных церквей, тем не менее, епархиального управления не было. Епархиальная жизнь управлялась из Херсона, да? Потом перешла в Кировоград. До революции сама территория была Херсонской губернией, поэтому, как князь потомки утвердил центр в Херсоне, даже не в Одессе, поэтому и губерния именовалась Херсонской, и все управления также было в Херсоне. Естественно, и архиепископ, позже митрополит, эта территория именовалась Херсонским и Одесским. Территория входила большая, земельный участок, и туда входила по нашим меркам Николаевская епархия, Кировоградская епархия, Одесская епархия и Херсонская епархия. И естественно, Днепропетровская епархия – это был размер территории Херсонской губернии до революции. Но сейчас все как-то немножечко так уменьшилось. И вот наша Николаевская епархия, которую возглавляет Высокопреосвященнейший Питерим, митрополит Николаевский и Очаковский, то есть она, можно сказать, небольшая, но крепкая, слава Богу, епархия, да, отец Михаил? От своего же начала существования много было заложено храмов, и увеличилось большое количество церквей, также начали действовать два монастыря, мужской и женский. Это свидетельство о том, что епархиальная жизнь живет, епархия процветает, и, конечно,
Монастырі являються тим середоточием, которые принимают верующих тех, которые стали уже на подвиг аскетического пути своего. И опять-таки, если подчеркнуть и учесть тот факт, что на Николаевской земле в прежние годы монастырей не было. Да. Никогда не было. Вспоминается, что князь Потемкин хотел учредить монастырь, но ввиду того, что в ближайшие годы он скончался, он так и не сумел свою замысел внедрить в жизнь. Поэтому на этой территории монастырей в столь длительный период не было. Ну, а вот теперь два монастыря, один в Пелагеевке Новобузского района и второй в селе Константиновка, да, мужской монастырь. Мужской монастырь является. Угу. Отец Михаил, ну вот если, коль мы коснулись вот этой стороны, монастырская жизнь сегодня, жизнь такая стремительная и такая она, ну не то что современная, сегодня современная, завтра уже нет. А вот вообще, и люди находят в себе силы отказываться от мира, чтобы служить Богу. Ну, в принципе, это нечто запредельное, но на сегодняшний взгляд. Дело в том, что монастыри были во все века. И всегда были люди, которые, стремясь к уединенному подвигу, умственной молитве, искали те места, те острова уединения, которые могли дать возможность осуществлять этот подвиг. В глубокой древности были монастыри одножительные, а позже утвердилась практика действительно общежителей монастырей. У нас на Руси основанием сожителя монастыря является преподобный Феодосий Киево-Печерский. И по уставу этого монастыря, Киевские лавры, которые в свое время он взял из монастыря греческого Афона, мы живем до сих пор нынешними днями. Этот устав ведет человека к спасению, он реализует монастырскую жизнь, он дает человеку возможность стать на путь уподобления Богу, тот путь, который мы именуем уже святых воников, преподобными. Отец Михаил, и еще одно событие, которое тоже мы ожидаем именно 22 мая в городе Николаеве. Итак, 25-летие Николаевской епархии, торжественное, день святителя Николая Чудотворца Летнего, и еще, отец Михаил. Конечно, к этой юбилейной дате в городе Николаеве прибудет предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший Онуфрий, митрополит Киевский и вся Украины, который возглавит торжество богослужения 22 числа по случаю праздника святителя Николая и, конечно, 25-летия Николаевской епархии. Блаженнейший Онуфрий будет служить в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Это первый визит представителя Украинской церкви, когда он вот именно в качестве уже блаженнейшего митрополита сюда, в Николаев. Да, конечно. Как митрополит Онуфрий, как представитель, это его первый визит. Но до этого были визиты предыдущие блаженнейшего митрополита Владимира. Да. В 1999 году он пребывал, и в 2005 году пребывал также в городе Николаеве. Отец Михаил, дело в том, что церковь православная, она напоминает корабль, который, ну, может быть, даже такой ледокол, который среди вот этого льдин и глыб и айсбергов прокладывает себе путь, и на нем люди плывут. А иначе, если спрыгнуть с корабля, то можно и быть раздавленным льдами. И раньше давно церковь сравнивалась как корабль, который плывет по житейскому морю. А в пути моря встречаются всякие разные препятствия, и только для спасения своей души человек должен быть, пребывать, конечно, внутри корабля. Потому что вне корабля человек вряд ли может быть спасенным. Возвращаясь к празднику святителя Николая Чудотворца, отец Михаил, вы настоятельствуете в одной из стариннейших церквей города Николаева, еще она в народе называется греческой, и эта церковь, как и церковь, которая на кладбище, церковь всех святых, она не закрывалась даже во время советской власти, когда закрыты были практически все церкви в городе. Вот эти две маленькие церквушечки, они действовали, и в них шла молитва, не прекращалась. Да, милостью Божией, хотя была этническая и богоборческая власть, эти храмы для города сохранились, и история даже церкви святителя Николаева интересна тем, что она была церковь, построена трудами всех жителей Николаева того времени, когда она возвывалась, и не сразу. Многие церкви тогда были заложены по решениям государственных властей,
дореволюційної церкви. Ну, эту церковь выделили для строительства именно греческой диаспоры, которые в то время проживали в городе Николаеве. Ввиду того, что церковь деревянной постройки ихняя пришла в ветхость, им дали возможность, там, где находится данная церковь в сегодняшних дней, возможность там построили себе каменную уже церковь. И уже в 1794-5 году произошла закладка этого храма. Но ввиду, что они строили только лишь своими силами, без участия государственного финансирования, строительство длилось очень долго. Являлся также вопросом тот, что закрытие города Одессы, как портово-торгового города, а Николай уже был им более военным городом, большое количество греческих уехало в город Одессу, и маленькое количество жителей и греков не могли дальше закончить это строительство, поэтому в 1808 году было обращение к Херсонодесскому архиепископу с просьбой разрешить сбор от всех жителей города Николаева, которые своим лептой могли проучаствовать в строительстве данного храма. А, то есть нужно было еще ходатайствовать, чтобы разрешили собирать средства? Да, чтобы можно было собрать средства по всем жителям города Николаева. Не так, что пустили шапку по кругу? Нет, конечно. Было разрешение определенное, было тогда именно письменное уведомление на право совершать это собрание. Но, тем не менее, трудами всех жителей, это как бы храм народный стал, его все жители воздвигали. К сожалению, утеряна эта книга пожертвований, которая была заведена ввиду того, для того, чтобы учета, и жертвовали только лишь средствами денежными, но и стройматериалами. Многие люди приходили для того, чтобы своими руками потрудиться в восстановлении храма. Ну, в 1812 году началась война, и вновь строительство прекратилось. Это когда война с Наполеоном? С Наполеоном, да. И она воздвигнулась после окончания этой войны, и мы имеем дату 1817 год, когда было закончено строительство и начато богослужение в этой церкви, продолжается которая до сегодняшнего дня. Это ж сколько лет она строилась, как долго, да? Да. Но все-таки, слава Богу, милостью Божией построилась. Отец Михаил, и настоятелем этой церкви был отец Николай Романовский, который ныне причислен к лику святых. Это ведь тоже имеет большое значение для нас, горожан. Для нас, горожан, конечно, поскольку это тот человек, который жил в городе, и тут происходили ее подвиги. Он спасался сам, и также свою пасту привел к спасению. И являясь первогодником Божьим, он также ходатайствует о нас, жителей города, которым он внес свой аскетический подвиг христианина. То были времена богоборческие, и, конечно, он замечательная его жизнедеятельность еще была дореволюционна тем, что он очень много внимания уделял образованию. Будучи первоначально как бы инспектором церковно-приходских школ Новоодесского уезда, большую деятельность начал с того, что он начал сам лично заботиться, чтобы школы открывались. Я находил учителей, помогал им в самом деле преподавание, находил учеников тогда, поскольку в тот период не каждый считали необходимым дать ребенку образование, тем более в сельской местности. И эти трудами он был отмечен и переведен в город Николаев и также продолжил дальнейшую свою учебную деятельность. Приведясь в город Николаев, он был преподавателем закона Божия более 15 лет в Мариинской гимназии, что сейчас является первой Украинской гимназией в городе Николаеве. И до самого ареста он там являлся преподавателем. Также параллельно будучи священнослужителем. Он настоятельствовал. Настоятельствовал в церкви. Он был третьим клириком Всескорбящей радости храма, который, к сожалению, разрушен. И дальше стал настоятелем Святой Николаевской соборной церкви. А знаете, отец Михаил, что я сейчас подумала, вот рассказывая вы о отце Николае Романовском, ныне причисленном к лику святых, почему-то так вот человек столько труда положил на процветание города, на то, чтобы дети получали образование, на то, чтобы церкви расцветали, а потом он был расстрелян, и ведь он не так давно, ну, он был причислен к лику святых, вот когда был этот... В 2000 году. Да, в 2000 году. То есть, получается, что вот человек... И вот как много бывает, вот люди стараются, живут, а потом все их труды как-то обрываются. Во-первых, если мы это все помним до сих пор, если его память в людях жива, поэтому ее труды не пропали. И надо взять во внимание также тот, что он является верным
служителем Господа. Он, в отличие от многих, не отказался от Христа, а до конца был пастырем. В то время богоборческой власти он никогда не снимал с себя рясы, всегда ходил по городу, на что неоднократно были ему притязания с НКВД, требования прекращать деятельность проповедническую и также не ходить в рясе как священнослужитель. То есть он не боялся проповедовать Христа? Он даже не боялся проповедовать. И в те годы, когда во многих газетах и изданиях города писались о захватах храма, о разрушении храма, он сам понимал, что близится тот день, когда ему самому необходимо и стать на путь исповедника Христа, поскольку никак он не мог отречься от того служения, что он является пастырем Церкви Христовой. Вы знаете, отец Михаил, дело в том, что на протяжении всей истории Православной Церкви и перелистывая вот жития святых угодников Божьих и предстоятелей, то мы не найдем нигде призывов к бунту, к войне, к что бы ни было, но пастыри всегда призывают к миру, к умерению сердец и умягчению душ. Потому что есть заповедь Христа, если будете иметь любовь между собою, поэтому знаю, что вы являетесь моими учениками. Где есть любовь, там и Христос пребывает между людьми. Но даже отец Николай Романовский, когда он понимал, что уже дни его сочтены здесь, вот именно на свободе, что он вот не сегодня, завтра он будет арестован, и участь, в принципе, он, я думаю, что предвидел, потому что как тогда было. Но он никогда ни своих детей, вот читая его житие, ни свою матушку, ни свою паству, он никогда не настраивал против той власти, которая, в принципе, подвергла его таким гонениям и потом замучила. Церковь всегда была вне политики, и первая задача пастыря церкви – вести человека к спасению, познанию, богопознанию и именно служению Христу. И также пример является святые угодники Божьи, те, которые всегда хотели, призывали со времен апостола Павла, что написал, необходимо молиться о всех властях. Святые угодники даже в Римской империи во времена гонения, мы также необходимо вспомнить о том, что 22 числа в городе Николаев пребывает десница святого великомученика Дмитрия Солунского, который в свое время также и жил в то же время, как и святитель Николай Чудотворец, и испытал те же гонения при императоре Диоклетиане, только в другой территории. Тот был в Греции, в городе Солуния, это была территория Мирликийская. Ведь когда он знает те же самые, что началось гонение на христиан по поводу первого эдикта, а гонения были очень обширными, и нельзя было нигде спрятаться. И он человек весьма был великий, поскольку его отец занимал должность военачальника Солунской области. После смерти отца, сыну, как ему, также было предоставлено императором эта должность. Он в задачу прежде всего заходил ему защищать от внешних врагов территории Римской империи, но после эдикта о начале гонений на христиан император потребовал, чтобы он как воевода начался истреблением христиан. Но будучи сам христианином, он этого никогда не делал, а начал христиан защищать и также порицать языческих. Отличие бесправства. Естественно, это скоро было донесено императору, и возвращаясь с войны с сарацинами, с сарматами, вернее, император прибыл в город Солунь, тут же арестовал проконсула и дал приказание находить христиан и привести их на увеселение, тогда именно были амфитеатры, гладиаторские бои. Известнейший тогда был Лий, у него гладиатор, который много убивал на сражении. Тем не менее, по молитвам Дмитрия Миротучиво, именуется так в Святой Церковью, Нестор, под его благословением, победил Лия, тем самым показал силу Божию над силой языческой. Но, претерпя мученическую кончину, святый Дмитрий Миротучивый, явился тем угодником Божьим, который также смело исповедовал Христа своим Богом, явился, удостоился венца мученического. Позже были открыты его мощи, и было определено, что от мощей истекает благовонное мира. С этого времени он именуется Дмитрий Миротучивый. Его мощи почивают в Салониках, но честная его десница, которая прибывает в город Николаев 22 мая, ее везет греческая делегация, да? Да, конечно.
делегация Одесской церкви будет также в городе Николаеве с мощами великомучения Дмитрия Солунского. И это, конечно, очень знаковое, большое событие, да, конечно, для города. Да. Отец Михаил, у нас осталась буквально одна минута, и я думаю, что вам еще есть что сказать нашим телезрителям. Прежде хочу всех пригласить на праздник святителя Николая. В этом году это будет торжество, возглавлено председателем церкви блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Мы лично будем участвовать все вместе с ним в единой молитве, в единой литургии, и будем молиться все о даровании мира, благоденствия и дарования милости Божьей каждому человеку в его жизненной деятельности. И мир, да, Господень, пребудет со всеми нами. Будем уповать на милость Божью. Спасибо, отец Михаил, друзья Спасибо, мои. Спасибо, телезрители. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был настоятель Свято-Никольской соборной церкви, протоиерей Михаил Бойко, и мы говорили о предстоящих торжествах, которые мы будем встречать 22 мая. Так что, друзья мои, пусть все у вас будет хорошо, и милость Божья всегда покрывает вас. Це була розмова на тему. На все добре.